Это была чисто инвестиционная покупка, вслепую, я человек деловой. Нужно сказать, что перед этим я ни разу в жизни не была в Турции. В какой-то момент времени засомневалась в том сценарии, который для себя сначала придумала. Я подумала, наверное, неплохо было бы оставить эту квартиру себе. Меня зовут Ольга, я приехала из города Новосибирск, Россия. Самый центр России, Сибирь. Я уже порядка 5-6 лет занимаюсь активно инвестициями, обеспечиваю, так сказать, себе пенсию. В том числе в моем пакете есть недвижимость. В основном я занималась недвижимостью в России, в частности, в Новосибирске. Я, как правило, покупаю квартиры на начальной стадии строительства и продаю, как только она готова. И когда мои знакомые, которые имеют квартиру в Махмутларе, рассказали о такой замечательной компании, как «Екта», о своем опыте там, в это время как раз было великолепное предложение, на мой взгляд, оно мне сразу понравилось. И, наверное, именно это было решающим в моем решении. Это класса премиум, комплекс большой, с очень большой инфраструктурой, с интересными дизайнерскими решениями и инфраструктурными решениями. Я поняла, что при всем прочем, эта квартира будет более привлекательной для последующей продажи, потому что комплексов такого уровня, ну, предложений немного, и оно существенно отличалось от других предложений. К тому же компания предложила прекрасные условия для входа. Это частичный первоначальный взнос и последующую рассрочку беспроцентную на время строительства. Поскольку я много инвестировал в недвижимость и сталкивалась с очень разными вариантами, в последующем я поняла, что «Екта» мне нравится тем, что она всегда выполняет свои обязательства. Несмотря на небольшую задержку в строительстве, ну, связанную с ковидом, все равно даже это, ну, так сказать, вынужденное обстоятельство, они обыграли таким образом, что я не почувствовал нисколько себя, так скажем, ну, ущемленным, да, обманутым или ущемленным. И даже первоначально мне давали расчеты удорожания квартиры, то есть я просчитала свой потенциальный доход, который я получу как инвестор, купив и продав эту квартиру. По факту ожидания были существенно, как бы, превышены. Моя покупка произошла полностью в онлайн, поскольку мои знакомые были в самом офисе и познакомились с менеджером. Мне дали уже просто контакт менеджера. Я связалась с ней, мне очень понравилась конкретная информация, полная, с цифрами, без излишних эмоций, которых я человек деловой, не очень люблю, когда просто вау-вау, ах-ах. Этого ничего не было, все было по-деловому, четко, вовремя. Ну и для меня это было как бы ценно. Это вызвало у меня доверие, и ни одной секунды потом это доверие не было поколеблено. Выговорила. Нужно сказать, что перед этим я ни разу в жизни не была в Турции. Не отдыхала, не приезжала. Это была чисто инвестиционная покупка, вслепую, только по определенным характеристикам, в том числе цифровым. Когда полтора года спустя я приехала посмотреть, как движется строительство, что из себя представляет Турция и Махмутлар в частности, и была очень удивлена, и даже в какой-то момент времени засомневалась в том сценарии, который для себя сначала придумала. Я подумал, наверное, неплохо было бы оставить эту квартиру себе. Мне понравился и сервис, который предоставляет «Екта» уже, ну, покупателям. Я уже несколько лет приезжаю, и мне предоставляют 2 недели бесплатного проживания. При этом меня никто не бросает ни с какими вопросами, начиная от трансфера и заканчивая там каким-то просто дружеским завтраком и всякими прочими вещами. Для меня это тем более ценно, потому что я повторюсь, что с таким сервисом я не встречалась, работая с недвижимостью в России. Это для меня очень ценно. Я купила квартиру в «Екта Премиум», несмотря на то, что были и другие варианты предложены. Но для себя и для своих инвестиций я другие варианты просто не рассматривала. Потому что я четко осознавала, что премиум имеет те конкурентные преимущества, которые позволят даже при просадке рынка быть легко реализуемыми.
Я понимала, что даже если я решу оставить квартиру себе и сдавать ее в аренду, то при прочих равных условиях, при большом предложении, квартиры в Екта премиум будут иметь существенное преимущество. То есть это делало мою инвестицию более надежной и сводило минимумы неудачной инвестиции, ну, на мой взгляд, практически до нуля. Это я поняла уже тогда, когда приехала и своими глазами посмотрела, что значит Екта премиум и что значит, ну, любые другие комплексы, даже класса комфорт. Вы сравнили и увидели, какие моменты. Да, да. То есть я понимаю, что это будет востребовано всегда. Возможно, комплексы такого формата будут появляться. Но, во-первых, когда это еще будет? А во-вторых, это требует, ну, большего количества площадей, которых, как я поняла, здесь, в Махмутларе, не так много. Ну и последним, так сказать, приятным сюрпризом для меня было в первую поездку, что начали продавать парковки. Я тут же, не отходя от кассы, купила еще и парковку. И я понимаю, что это преимущество моей квартиры, потому что парковка привязана к квартире. И, соответственно, даже внутри премиума появляется еще одно конкурентное преимущество, которое делает мою квартиру более привлекательной для потенциальных арендаторов, ну, либо для моего потенциального инвестиционного дохода. В этот мой последний приезд мне удалось побывать еще в Гази-Паше. Это один из районов, я так понимаю, Алании. И не просто походить по нему. Ну, собственно, я поехала посмотреть праздник Граната. И там прекрасный небольшой городок. Тихий, для немножко другого, мне кажется, отдыха, но бурно развивающийся. И один из моих товарищей, тоже инвесторов, купил квартиру и там. Поэтому мне удалось зайти в комплекс Sunrise, посмотреть там. Совершенно другой подход. Это одно здание, такая камерная атмосфера, всего 10 этажей. И я посмотрела, что потенциал этого места, инвестиционный потенциал, пожалуй, на сегодняшний день даже больше, чем в Махмутларе, потому что, ну, фактически при мне произошло вот этот заход Екты в Гази-Пашу. Это был первый комплекс, который они делали в Гази-Пашу. И уже тогда мне сказали, что если Екта зашла в Гази-Пашу, то туда пойдут все другие застройщики. И вот спустя 2 года я убедилась очередной раз, что Екта точно знает, что она делает, и точно исполняет, ну, свои замыслы. Я посмотрела уже сейчас в запуске два еще комплекса в Гази-Паше. И мой риэлтор, замечательный риэлтор, который, не могу о котором не сказать, Наталья Крупко, который, ну, я не знаю, у меня даже слов нет сказать все те слова благодарности и признательности ей за ее работу. Мы с ней уже посмотрели один из проектов новых, который находится сейчас на карандаше. Ну и я думаю, рассматриваю сейчас инвестиции именно в Гази-Паше, исходя из того, что потенциал этого места существенно больше. То есть сейчас там из-за того, что он менее развитый, цена чуть ниже, чем в Махмутларе, но с теми темпами развития, которые там заложены, и которые я наблюдаю уже 2 года, я думаю, что это будет очень неплохая инвестиция. И моя практика показывает, что с Ектой инвестировать выгодно. На самом деле это прекрасный слоган в конце. Слоган. С Ектой инвестировать выгодно. Точно. Даже не добавляйте ничего. Нажми на слово.